Продолжаем готовить наш салат. Мы нарвали листья. Сашенька нарвала. Для этого салата, для Цезаря, нам нужны сухарики. Также у нас помидорки. И рыбка. Мы готовим Цезарь с рыбкой. С форелью. И сыр. Сыр, помидорки, рыбка, сухарики, листья. И соус специальный, сырный. Итак, начнем. Нам для нашего салата нужно порвать, не порезать, а прям вот ручками будем рвать листочки салата на тарелочку. Сашенька, давай на тарелочку рви кусочки листочка и ложи. Ну, можно чуть-чуть помельче. Саша рвет крупными листочками, но можно и помельче рвать. Рвем. Еще листочек напополам этот, Сашенька. Угу. Еще глянь, какие большие у тебя получаются. Надо еще помельче нарвать. Да, помельче кусочки нам нужны. Помельче листочки салата. Ну, вон, я какой большой у тебя листочек лежит. Ты его нарви. А вон большой какой, смотри, лежит. Да, его. Еще, глянь, какой большой. Помельче, да, помельче. Сейчас его помельче. Так, хорошо, давай, молодец. Сейчас мы нарезали рыбку нашу. Рыбку мы порезали кубиками небольшими. Да, и сейчас сухарики попозже. И сейчас будем ее ложить в наш салатик. А ну-ка, Сашенька, рыбку ложи в салатик. На листья салатика выкладывай. Вот, умница, правильно. Да. Вот, молодец. Давай. Ручки не надо пока вытирать об себя. Мы потом ручки помоем. Вот, как красиво у Саши получается. Выкладываем всю-всю рыбку. Давай, мама поможет немножко. Вот так вот. Берем вот так вот. Разбрасываем по всей тарелочке. Какая... А ручки потом помоем. Какая красота! Давай. Выкладывай всю рыбку. И помоем ручки. Все. Так, все, сейчас помоем ручки. Что мы сейчас сделали? Мы порезали помидорчики. Помидорчики мы тоже порезали кубиками. И выкладываем на наш салатик. Сверху рыбки выкладываем. Да, сначала помидорчики мы выложим, а потом сухарики. Выкладываем как рыбку, выкладываем помидорчики. Помидорчики? Да, помидорчики на наш салатик выкладываем. Мам, тебе поможет. Я помогу тебе, да. Выкладываем вот так вот. Потом помоем ручки. А потом помоем ручки. Выкладываем. Такие от него, да. Так. Еще тут у нас. Мало. А куда мало? Давай еще выкладываем. Все помидорчики, которые у нас есть, все мы выкладываем. Все, теперь сейчас моем ручки. Мы порезали помидорчики, выложили их на нашу рыбку. А сейчас надо сверху полить соусом, специальным соусом, сырный. Можно приобрести соус сырный для Цезаря, но мы купили просто сырный Хайнц. Да, и равномерно по всему салатику мы будем
выкладывать соус. Не надо на одно место, надо везде-везде поливать. Да, давай я покажу тебе, как. Вот такими движениями. Дай, по всему салатику. А ну-ка, Сашенька, подожди. Сейчас вот тут много получилось у нас. По всему салатику мы равномерно. Сейчас сухарики будем выкладывать. Подожди, Сашуля. Вот так вот расправляй соус по салатику нашему. Вот так вот? Нет, больше не надо выкладывать. Достаточно. Больше не надо соуса. Расправляй по всему салатику. И будем выкладывать сейчас сухарики. Ложи ложечку. Отставляем пока наш соус. Он нам еще пригодится. Сухарики берем. Берем наши сухарики. И также выкладываем по всему салатику. Равномерно раскладываем наши сухарики. Помоем ручки. Помоем ручки обязательно. Сухарики у нас лежат равномерно, да, Сашенька? Сейчас мы сверху наших сухариков еще соуса нальем. Давай, бери ложечку. Давай. И также по кругу накладываем наш соус. У нас получился немножко густой. Его можно разбавить. Можно немножко кипяченой водички налить, чтобы он не был таким густым. Сейчас нам надо натереть сироп. Последний наш этап. Попробуешь? Держи. Саша уже снимает руку сыра. Вот мы натерли сырок на терочке. Сейчас выкладываем на салатик. На салатик, давай, Саша. Вот так красиво сверху. По всему салатику. А потом помоем ручки. Давай выложим все. Наш салатик готов. Вот такой вот у нас получился красивый салат Цезарь. И он не то что красивый, он очень вкусный. Сашенька, пробуй. Поближе. Берем вилочку. Ну, можно и так. Как кому удобно. Поздно. Саша, Сашуля, пока-пока. Всем приятного аппетита. Да? Саша занята. Салат очень вкусный. Саша про все забыла. И пробует салатик. Ну, пока-пока.